Hello, people! Вы на моем канале Лорд Тут Железное Сердце. Сегодня мы поиграем в GTA 5 мод, который добавляет в игрушку абсолютно диких медведей. Вы знаете, что самая дикая была это пума раньше в GTA-шке, а теперь это будет медведь. Вот. Тревор вышел на охоту. Но насчет того, что будет он убивать животных или нет, это вряд ли. Потому что Тревор как бы не было, он только людей может убивать. А животных ему жалко. Вот они, видите, пасутся. Мишки. Попробовать их заманить в город. Животных берегу. Показываю, как дикая природа выглядит. Тут какая-то пума выскочила. Теперь медведи тут самые главные. Что это он делает такое? Это что у них? Да не спрятались, что ли? Пойдемте поближе посмотрим. Возьмем топорик. Пойдем посмотрим поближе. О, убегают, убегают. Медведь, стой. Блин, не удалось подкрасться, а? Нет, так. Может, еще раз попробуем? Только уже будем подкрадываться потихонечку. Мишка. Мишка. Косолапый. Ой, бесится, что-то бесится. Носится туда-сюда. Тихо, подкрадываемся. Мишка спит. Блин, нас течением сносит. Жесть. Аккуратненько. Он типа пьет там или что, или молится. Мишка, ты что делаешь? А тот взбесился. По камням носится туда-сюда. Мишка косолапый по лесу идет. Так, я подкрадываюсь. Главное, чтобы он меня не почуял. Миша. Миша, ты что делаешь, а? Блин. Иди сюда. Блин, медведи. Вот вы медведи какие нехорошие, а. Иди сюда. Ну что, давайте сделаем маленький эксперимент. Попробуем этим медведям сходить в город. Что у нас получится? И наш Миша купается в речке. О, искупался. Видите, наш Мишка? Пойдем к медведихе предстанем. Давай. Аккуратненько, не спеша. Мы красивая походочка идем. Вдоль речки к медведице нашей идем. Мы сейчас приставать. Так, подкрались мы. Медведица. Как она смотрится-то, наша медведица. Убежала, ты куда делась? Ну-ка, стой. Ой, еще одна. Оба, завалил. Все, ты моя крошка. Моя крошка. Ой, утопилась. Где моя крошка-то? Блин. О, все, потерял. Потерял свою любимую медведицу. Уплыла. По городу погуляем, медвежкой. Hello. Ага. Иди сюда, я тебя съем. О, ты чё, на медведя решил напасть, что ли? Ну иди сюда. Вот так у тебя. Схавай. Схавай нашего Мишку, на. Кто тут еще смелый? Ой, какой жирненький чувак. Погодите, уйди отсюда, тетя. Какой вкусненький чувачок. Вот это да. Так, полиция едет за нами. Вот это мне уже не очень нравится. Так, еще какая-то тетика жирненькая. Ах, мясцо. Обожаю мясцо. Так, где тут еще жирненькие? Упитанненькие. Я хочу какого-нибудь упитанненького скушать. Так, полиция едет уже. На, на, вы что стреляете в меня? Я бессмертный медведь. На. Я сейчас еще машину полицейскую гоню. Я цирковой медведь. Хоп! Все. Цирковой медведь, поехал. Не возьмете меня. Что-то машина явно мне маловато нашему Мишке. Надо что-нибудь побольше. Давайте попробуем ФСБшную машину. ФРБ, ФРБ.
ФРБ, давай, ФРБшную. Садимся! Садимся, запрыгивай! Хоп! О, это по-нашему. Не, тоже как-то не очень. Нам нужна какая-то специальная машинка. Чисто медвежья. Чисто для медведя что-нибудь. Капот оторвался. А если в вертолет сесть? Вот это уже настоящий медвежий автомобиль. На таком можно гонять по городу, не страшно ничего. Наш Мишка будет сбегать в лес. Тут, короче, делать нечего. Вся полиция согрелась. Ох ты, цирковой медведь на автомобиле. Так, что тут? Полиция хочет на меня напасть, да? Вертолетики летают. На, ФРБ. Кто тут еще смелый? Ты, мотоциклист? Фургончик. Камон. Тревор спасает медведя. Походу, по голосу это за рулем Тревор сидит, а не медведь. Медведь просто запрыгнул в ближайший автомобиль. Ух ты, нифига себе. Да, перекрыли дорогу. Так, надо уходить кушерями, короче. Давайте найдем тоннель поездатый. Запрыгнем в него. Грузовик, на. 5 звезд. Ну ты натворил медвежьих дел тут, короче, навалял. Очуметь. Аккуратно, аккуратно. Ты че, так погибнем? Миша. Веди себя прилично, медвежка. Вертолет, блин, и кинуть в них нечем. У нас что-то уже как-то плохо, он едет. Все, сломался. Блин, медведь, ты сломался. Медведь, все, эвакуируйся. Медведь, вставай. Убегай. Медведь, беги отсюда. Бля, полиция какая ревная. Ешь, жри их всех. Все, убегаем. Убегаем. У страха глаза велики, надо бежать отсюда нафиг. В тоннель. Под мост, в тоннель, все. Бежим. У бомжей спрячемся где-нибудь здесь. В палатку залезем. Бомжачью. О, все. Наш Мишка спрятался. Сейчас 5 звезд пройдут. Ой. Чё-то рано лег. Мы еще не зашли. Вот сюда. В контейнер заходи. Все, и здесь можешь ложиться. Все, наш Мишка просто в шоке. Это что было? Я гулял по городу. Я больше никогда туда не пойду. Фух. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Это был игровой канал World of Железное Сердце. Мы играли мод, который добавляет самых опасных новых зверей в GTA 5, а именно медведей. Ну а медведь у нас оказался цирковым. Погулял по городу, так он еще и умеет кататься на мотоциклах. Заводи. Не умеет. Он разучился. Он когда-то занимался мотоспортом. Теперь уже не может. Оп, поехали. Заводи. Беда. Hello, people. Вы на моем канале Lord Voodoo Железное Сердце. Сегодня мы сделаем с вами маленький эксперимент. А именно, что будет, если из кучи толстых жирных баб... Сколько сала можно, короче, дать? Гляньте. Разверели бабу просто. Мы даже им сказать ничего не можем. Мы просто боимся. Они просто какие-то конченые. Придурочные бабы.